Всем привет, вы на канале Big News. Наставница проекта «Голос дети» Светлана Лобода в преддверии финала шоу пожелала удачи юным участникам. При этом певица уверена, что для наставников этот этап даже более волнителен, чем для детей. Ну а также Лобода высказалась об одной участнице из «Голос дети». Ну а перед началом с вас лайк, подписка и погнали. Свои же пожелания и высказывания Светлана Лобода написала на своей страничке в Инстаграм. Это самый эмоциональный этап как для ребят, но в большей степени для наставников. Я рада, что к нашей команде талантливейших финалистов Владу Тюкину и Юлии Гавриловой присоединилась еще одна девочка с мощным голосом и тонкой душой – София Фанта. Также участникам певица пожелала максимально собраться и показать все грани своего таланта, а также помнить о том, что музыка – это не спорт, и в ней нет победителей и проигравших. Любовь зрителей – единственный трофей. Пусть для каждого из вас это финальное выступление станет стартом большого звездного пути, заключила она. А вот поклонники Лободы согласились, что выступление Софии действительно было очень сильным. Золотые слова, лучшая наставница, лучшие дети, удачи. Это было до мурашек, особенно концовка номера Софии очень сильно. Эта девочка шок, самое мощное выступление, номер бомба. Девочка спела божественно, мне кажется, ни один из наставников так бы не спел, включая Лободу. Высказались подписчики в комментариях. Напомню, что через несколько часов пройдет финал вокального шоу «Голос дети» в прямом эфире, и мы узнаем, кто стал победителем проекта. А пока свои догадки пишите в комментариях.